1 декабря Всероссийская политическая партия «Единая Россия» отметит 16-ю годовщину своего образования. За эти годы партия сделала много добрых дел, завоевала авторитет среди населения. 23-я конференция Славянского местного отделения партии стала еще одним шагом на пути развития. Свой приближающийся день рождения «Единая Россия» встречает новыми интересными инициативами, которые реализуются в рамках известных партийных проектов. Партия реальных дел опирается не только на своих членов, но и на всех активных, неравнодушных людей, которых немало в городе и районе. Реализуется множество партийных проектов. Я не буду перечислять те партийные проекты, которые были осуществлены еще до 2015-2016 года. Это строительство больших комплексов спортивных, это и доступная среда, это много-много различных партийных проектов. Но сегодня буквально вот мы сейчас реализуем партийные проекты. Это реализация комфортной среды для наших граждан. Порядка 7 партийных проектов, это дворы, ремонт дворов, это такие впечатляющие проекты. Это и парки, и скверы. Партийные проекты – прекрасный инструмент для решения актуальных задач, стоящих перед обществом. Они требуют системного подхода, конкретных действий, нацелены на конечный результат. Именно о реализации многочисленных проектов в Славянском районе рассказывали их координаторы. Уже много сделано по проекту «Детские сады детям». За счет реализации мероприятий программы по капитальному ремонту существующих групп строительства детских садов пристроек введено дополнительно 1140 мест. Это позволило нам значительно сократить очередность. И сегодня доступность детей в возрасте от 3 до 7 лет у нас 100% во всех абсолютно наших и сельских населенных пунктах, и в городе в том числе. Делается все возможное, чтобы и дети ясельного возраста были полностью обеспечены местами в детских садах. Активная работа идет и по всем другим принятым «Единой России» проектам. Делегаты конференции с интересом выслушали координаторов партийных проектов. Затем были утверждены отчеты о реализации проектов «Городская среда», «Модернизация образования», «Детские сады детям», «Здоровье детям», «Старшее поколение» и других. На 29-ю конференцию Краснодарского регионального отделения партии избраны делегаты во главе с секретарем Политсовета Славянского отделения «Единой России» Романом Синеговским. Новым членам партии были вручены партийные билеты. Андрей Вишневский, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».